Ребят, присоединившихся в этом учебном году к большой и дружной семье Леневской детской школы искусств, торжественно посвятили в юные музыканты. Наш сюжет о праздничном мероприятии. Первоклассники в зале, а на сцене ребята постарше. Посвящение в юные музыканты бывает лишь раз в жизни, а потому организаторы постарались сделать это событие незабываемым. Ребят пригласили в приключенческую сказку, главная цель которой – вернуть в школе дух музыки и искусства, который покинул свою обитель вследствие небрежного к нему отношения. Ты же оставил мне скрипичный ключ. Он открывает все замки в школе. Ребята, вы не смогли мою загадку отгадать. Придется вам со мной немножко поиграть. Чтоб в школе музыку вернуть, пройдете вы нелегкий путь, когда докажете, что вы друзья искусства, что музыка в вас вызывает много чувства, тогда я вас прощу и свет свой в школе. Ребятам пришлось доказывать, что звания юные музыканты они достойны. Их ждало много испытаний на пути поиска волшебного заклинания, без которого невозможно возвращение хранительницы музыки и искусства. В путь отправились все вместе, предварительно разделившись на 4 команды. Квест ребята проходили быстро, слаженно, ни один уголок школы не остался необследованным. По станциям команды путешествовали, полагаясь на подсказки. Ваша задача угадать загадочную песню, дружно спеть ее и найти в ней дорогу к следующей подсказке. Пульс музыкального произведения – это? Калькулятор. Пульс музыкального произведения. Раз, два, три, четыре. Что такое? Темп. Все задания из области музыки, кроссворды, загадки, названия музыкальных инструментов и знания детских песен. Эрудиция понадобилась разносторонняя. Благодаря дружной командной работе ребята быстро справились со всеми испытаниями. Все части волшебного заклинания были найдены. Осталось собрать их воедино и дружно произнести. Мы будем хорошо! Вернувшаяся хранительница музыки и искусства приняла у первоклассников клятву юных музыкантов. Отныне они – часть большой, сплоченной творческой семьи, где при неудачах поддержат, а при успехах искренне разделят радость. Чтобы все вершины музыки вам покорялись, и теоретические предметы вас не пугали, а наоборот, учили новым. Чтобы ваши сердца и сердца ваших преподавателей бились в одной тональности. Чтобы музыка в вашей жизни, а особенно учеба в нашей школе, всегда звучала только в мажоре. Чтобы вы всегда были в гармонии с собой, музыкой и искусством. Чтобы учеба в нашей школе была не в тягость, а в радость. А главное, чтобы здесь вы нашли не только любимое дело, но и хороших и преданных друзей. А мы же всегда будем рядом, чтобы подсказать и натолкнуть вас. Что ж, да здравствует искусство! Да здравствует музыка! Я поздравляю вас с началом вашего длинного, но я надеюсь, очень увлекательного пути. Я так хочу, чтобы мы точно таким же составом потом с вами встретились спустя какой-то период времени на выпускном балу, где вы будете получать свидетельство. Пусть весь этот этап, пока вы будете учиться, изучать нотки, познавать музыку, окунаться в это замечательное искусство, он будет таким же увлекательным, ярким, интересным, как сегодня тот квест, который вы преодолевали. Я вас поздравляю и хочу, чтобы вот эти сладкие призы, которые очень яркие и разноцветные, ну, радовали вас, и жизнь была такой же замечательной, радостной и разноцветной. Договорились? Да!